Не просто очередной новой коллекции в этом году нас удивил бренд «Архитектор». Он разработал и выпустил линейку специально для юных гениев. А благодаря яркой цветовой палитре и неординарным эксцентричным дизайнам, теперь вы сможете влюбить своих детей в их уникальные пространства. Добрый день, коллеги! Меня зовут Ирина Минина, я бренд-менеджер компании Декоро, и сегодня я расскажу сразу о двух потрясающих коллекциях от бренда «Архитектор». «Архитектор Little Genius» — это самостоятельная детская линия дизайнерских обоев, принадлежащая бренду премиум-класса «Архитектор», который уже на протяжении 6 лет своего существования заслужил доверие и признание дизайнеров и архитекторов Европы и России. Две коллекции – Kinsley и Daydreamers – ориентированы на мальчиков и девочек от 0 до 14 лет. Коллекции совершенно разные, но объединены одной главной идеей. Это взрослый подход к формированию не только вкуса, но и уникального стиля, основанного на исключительности, стремлении к независимости и самостоятельности и желании с самых юных лет быть незаурядной личностью. Детские коллекции вобрали в себя не только творческие каноны, но и традиции и высокие стандарты качества визитной карточки бренда «Архитектор». Обо всем этом по порядку. Собрание для юных гениев очаровывает с первых же страниц великолепным сочетанием цветовых решений. Акварельная техника и изображение принтов идеально подходят для младенцев. Капли дождя сменяют веселая радуга. Маленькие фантазеры и мечтатели, рассматривая свои апартаменты, могут отправляться в путь по морским волнам и встретить там приветливых китов. Приятно будут удивлены юные покорители бескрайних простор Вселенной чертежными зарисовками космических ракет или условными изображениями строения Солнечной системы. Простор для фантазии также оставляет принт с изображением ночного звездного неба в нейтральных или насыщенных цветах. В коллекции Daydreamers каждый рисунок выполняет не просто функцию настенных покрытий, он в первую очередь служит обучающим материалом. Например, можно обучить маленькое чудо устному счету с помощью обоев с изображением прячущихся африканских тигров в густых тропических зарослях. Можно выучить английский алфавит и даже пополнить словарный запас, рассматривая буквы с зашифрованными в них изображениями. Абстрактное мышление можно развивать с помощью геометрических принтов с очень необычной расцветкой, нарисованных словно детской рукой и тонкой кистью с акварельными красками. Ну а для прекрасной юной половины человечества, которые чувствуют себя настоящими принцессами, в этом каталоге есть все. Маленький горошек в нежном розовом и сиреневом цвете, крупный горох для леди, которые любят выделяться, а фея же оценит волшебные цветы на поляне. Гламурные розовые фламинго в браслетах, перьях и цветах наконец-то обретут себе поклонниц. Несколько исключительных моментов о коллекции Kinsley. Две полярно разные вселенные – настоящий мальчишеский мир и утонченный мир юных леди – более ярко выражены в этой потрясающей коллекции. Яхты, катера, самолеты, скоростные вертолеты, звездные победы – это все для ребят. Внутри каждой девочки живет маленькая принцесса. И только от родителей зависит, кем же она будет, когда вырастет. Элегантные принты в горошек, цветочные композиции пастельных тонов, как эталон сдержанной классики, фантазийные обои с поющими птицами – все это формирует благородные образы в вашем хрупком создании. Подведем итог. Бренд «Архитектор» уделил внимание детскому дизайну линии обоев Little Genius, разработанных специально для маленьких гениев. Две коллекции являются абсолютно экологичными. Собрание Daydreamers полностью исполнено на дуплексной бумаге, а Kinsley – на флизелине высокой плотности. Это означает, что стены в детских комнатах будут дышать, и вы можете не беспокоиться о качестве материалов. В коллекции исключены утрированные детские мотивы, пестрые орнаменты, мультяшные герои и обилие блесток. Бренд делает ставку на чистоту линий, лаконичность дизайна и, конечно же, на постоянное наличие товара на складе в России. Это были две совершенно волшебные детские коллекции от бренда «Архитектор». Посмотреть их вы сможете в нашем московском шоуруме. Адрес и контакты в описании этого видео. А вы подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Пока!